Здорово всем, ребят, с вами HeelCharts, и сегодня я вам покажу еще одну концовку Sekiro Shadows Die Twice. Только что на этом поле я победил сначала Генетира, а потом и Сина Асина. ケンイチロウ殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、留飲など誰の手にもあるべきではないのだ。 苦労をかけるな。行為。参る。ああ、しまいとしよう。 何もできなかった。だが、リュウインがこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。 我れな孫の最後の願いじゃ。わしはこのアシナを蘇らせねばならぬ。故にセキロ、 お主を斬るぞ。 И теперь нам необходимо подойти к господину Куро и выбрать другой вариант. Волк, где же ты? И давайте сначала просто слезы божественного дракона. То есть, если бы никаких мы побочных квестов не выполняли, давайте посмотрим, что будет, если сделать именно так. の涙。
生涯の忍びを、牛たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。И вот примерно вот так заканчивается секира, если мы никаким образом не попытаемся спасти господина Куро, а тупо его зарубим. То есть, получается, мальчик умирает, узы бессмертия разрублены, как здесь написано, и, скажем так, благословение вот этого драконьего наследника пропадает в итоге. А, получается, секира у нас становится новым резчиком. И здесь... Ребят, вот насколько Фромы космическую, не знаю, отсылку, или как это еще назвать, оставили, то есть... Так же, как в Dark Souls, когда главный герой жертвует себя, чтобы возжечь пламя, там тоже как бы такой намек, то есть и другим, скажем так, избранным нежитям придется постоянно сжигать себя, чтобы поддерживать пламя. Так и здесь говорится вот этому господину Секире, то что оставь это себе, потому что, возможно, когда-то придет новый синоби, которому понадобится твоя помощь. Вот. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что думаете насчет этой концовки, какую бы концовку выбрали вы и какую вообще в итоге прошли. А с вами был Хилхёрст, всем всего хорошего, ребят, и удачи!